В Восточном округе Белгорода подвели итоги работы. Руководитель комитета по управлению округом Лариса Балашова отчиталась о деятельности за 2,5 года. Принимал отчет мэр Белгорода Сергей Баженов. Участие во встрече также приняли инициативные жители, ветераны, председатели советов территории, депутаты совета депутатов города, представители предприятий и организаций, расположенных на территории округа. О достижениях и планах на будущее восточной части города в репортаже Надежды Дурневой. Восточный округ – это 234 улицы и переулка, 633 многоэтажных дома и около 7 тысяч частных домовладений. Округ объединяет 11 советов территорий. Здесь проживает почти 160 тысяч человек и расположено около 1300 предприятий всех форм собственности. Говоря о достижениях, руководитель комитета по управлению округом Лариса Балашова отметила, за 2,5 года удалось сохранить стабильность. Ощутимые позитивные сдвиги наблюдаются в таких сферах деятельности, как благоустройство, образование, жилищное строительство, здравоохранение, спорт, экология. Успехи есть практически в каждом направлении. Основные реализованные строительные проекты – реставрация бульвара Первого Салюта, сквера Дружбы, реконструкция стадионов 7, 18, 35 и 29 школах, строительство храма в честь преподобного Серафима Саровского, филармонии и аэровокзального комплекса. Я хотел бы сказать большую, оценить работу руководства нашего города, как Василия Николаевича Потрясаева и Сергея Андреевича Баженова по развитию Крейды. Когда-то были объявления Крейду не предлагать, а сегодня вы посмотрите, какой завод Рязанова, какие улицы, какие цветники, какие школы, какие детские сады. То есть сегодня район выходит на передовые позиции. Одним из приоритетных направлений работы, по словам руководителя комитета, является строительство парковок и заездных карманов. За 2,5 года оборудовано более 1300 машиномест. Есть успехи и в других сферах. Отремонтировано 7 жилых домов на сумму более 62,5 миллионов рублей. Реконструировано 38 дворовых территорий. В округе появилось 15 остановочных комплексов нового типа. Установлено 14 контейнеров заглубленного типа. Обустроено 6 спортивных площадок в образовательных учреждениях. Приведены в порядок 173 турника. В районах частного сектора появилось 42 новых детских площадки. Лариса Балашова отметила и проблемы, которые в скором будущем предстоит решить. Остаются еще проблемы с благоустройством дворов, тротуаров, дорог, нехватка детских и спортивных площадок, ремонтом жилого фонда, несанкционированными свалками и многие другие. За 2 года в Восточном округе высажено более 5000 деревьев, почти 22 тысячи кустарников, 66 тысяч квадратных метров газона. На территории округа разбиты 92 именные клумбы. Во многом таких успехов удалось добиться благодаря совместной работе инициативных жителей и председателей советов территории, а также ветеранов войны и труда. После слова взял мэр Белгорода Сергей Баженов. Он поблагодарил Ларису Балашову и всех сотрудников комитета за продуктивную работу в течение всего отчетного периода, а также наметил несколько задач, которые необходимо будет решить в ближайшее время. Среди них создание в округе 500 ТОСов. В настоящий момент их только 64. Территориальное общественное самоуправление поможет людям стать хозяевами своего жилья, отметил мэр Белгорода. Вот это дайте, сделайте, решите. Продолжает существовать. Покуда будет вот такое потребительское отношение к этим всем нашим задачам сделать свою жизнь лучше, столько мы и будем ее пытаться сделать лучше. Глава администрации призвал жителей областного центра вместе и сообща строить город, удобный для жизни. Для этого нужно, чтобы власть, бизнес и население были едины в желании жить лучше. В завершении мероприятия мэр Белгорода Сергей Баженов ответил на вопросы актива округа. Они касались вывоза мусора, межевания земли, строительства новых парковочных мест и энергосбережения. Надежда Дурнева, Дмитрий Ерема, к этому часу, Белгород.